через 400 метров поверните направо. Стоять куда-нибудь. Мы приехали на панораму Осло. И вот где-то там будет панорама. Там еще через 400 метров. А, вот, вот еще есть. Поедем на ту, наверное. Хотя здесь тоже можно куда-то. Вот Осло Ши Центр, Трольван. О, тут озеро есть. Давай там к озеру. Ну ладно, можем отсюда надо пойти. Я здесь парковку платить, что ли? Так, маршрут пешком 25 минут. А, нормально? Ага, и вот он показывает. Ну пошли отсюда. Либо можно на нижнюю парковку и оттуда пойти. Да похер вообще. Ну, вот ресторан вот этот с видом. Вот, смотри, как можно. Похоже. Это машина для минималиста, да? Для максималиста. Нет. Ну, ты минималист. Душа. Видишь, сколько я всего налепил на него. Что налепил? Там всякие штучки, тут защиты. А это ты все накупил, да, лично? Тут, все, да. А этого не было? Это не стандартное? Ну да, вот эти вот штуки я всякие налепил. Это ты налепил? Да. Вот видишь, держалка здесь, чтоб здесь не... наклейка. Капец, ты как старый дед уже. Ну да. Ну так а тебе же и так сколько, 50? 53 года. А ты колеса эти не умеешь, не снимал еще? Я такой... А вот это наклейку тоже ты наклеил? Нет, это была. Я такой получил и ставил зимние колеса на него. Ну, а вот это тоже ты приклеил? Да. Вот это? Ну да, чтобы не упачкало. Капец, это все на Алиэкспресс? Ну, а оно, это не подошло или подошло? Все, идем. Не сильно холодно, да, вроде? Да нормально. Не холодно вообще. Балдеж. Вот тут можно и поснимать. Короче, мы куда-то туда пойдем. Куда-то туда. Везде электромашины. Но у тебя на бензине? Тесла. Я как Давидыч, сейчас пристебаться надо к чему-то. Гнилые эти арки. Просто она идеальная. Прикольно. Какой-то спуск, какая-то база горная. Там не написано. Короче, снежные пушки, вентилятор. Там озеро, ну сейчас мы туда сходим. Серега в поисках туалета. Нашел. Сортир. Нормалечек. Нормалечек нормальный. О, как красиво. Щелдык. Олень. Субтитры сделал DimaTorzok.
нормально такой зубик у меня. Туалет мэн. Мэн туалет. И он вумен. Туалет мэн, туалет мэн. Лампочка ледовская. Не будешь? Буду. Снимай? Да, сейчас чуть-чуть. О, Господи. Мы с собой взяли сухпайок. Короче, просто водичку доливаешь и кушаешь. Заберем сейчас куда-нибудь повыше. И сухпайок, как он называется. Короче, сухпайок покушаем. И потом пойдем в центр Осло. Мы забронировали баню. Я надеюсь, я прыгну в воду. Я не обещаю. Вот, а пока что мы идем. Да, там идем. Людишки тут. Все, куда идем? Они сверху спустились. А мы сели вверх. Черника. Одна для меня осталась. Давай фокусируй, идиот. Ну, короче. Короче, тут весь хребет. Голубики. Голубика черника. Första gång så vi vet inte helt, men vi har hört att det finns en hytta eller något sånt där man kan sitta och spisa. Ja, så visst det ska leda bort en gruppe på en restaurang, där är det faktiskt. Ja. Aha. Då kan du gå här och så kan du gå på vägen upp till den första krisen så återigen. Finns det kanske ett sted vi har bott med? Как будто на дроне. Я как будто на дроне летаю. Самый центр это то, да? Ну да. Центр вон там. Это спальный район. Спальный район в краю, где там. Прикольно, домики так стоят. Да. Непонятно, почему это самое
самая богатая страна. В столице Норвегии ничего такого нету. А она каким-то образом богата. Ну, в десятке. Скейта? Нет, для лыж. Ну вот, прямо туда. Скользко. Да? Скользко. Опа! Боже, такая. Какая-то плоская картинка такая, что аж не хочется снимать. А вот тут прикольно так. Это опять тут голубика это, да? Черника. Это надо было на 3 месяца раньше, да? О, голубика сюда. Не хочет фокусировать. Вон же телефон. Сейчас нажрусь этого, но я обосрусь тут. Все равно. Ну, куда? Давай, может, мир взять. Не Горотекс. Телефон разобью. Приехал. Отпуск на $1000. Давай. Прыгнул. Либо прикинь на пятку. Все. Мальды. Ого, пенек. А мне нормальные, у меня баскетбольные кроссовки. Шик, шик, шик. Такой мох прикольный. Мох прикольный. Давай, фокусируйся, идиотя, на кусок. Боже, как он, как ты меня бесишь. Что это, тимьян? Тимьян. Тимьян. Не, шучу, это просто какая-то. Фух, жарковато уже, башка подкипает. Вот это отдых. Дышишь ветками.
кушаешь ежевику. И на вершине будем кушать сухую еду, дегидрированную еду. У меня карри какое-то, а у Сереги болоньезе. Будет у меня индийское блюдо, у него итальянское. Ля болоньезе. Ну, короче, какой-то чувак какой-то пришел. Что он тут делал? Что тут делают одинокие мужики? Ну, наверное. Все, конец, конечно. Дальше только. А вот это костер, кострище. Если бы в Польше где-то было, баклажки бы были. Оля, ну прикольно, да. Как... А вон там можно сесть и не будет елок. Мини-отпуск зарабичанина. Вот это панорамочка, иди сюда. Это просто, и так еще солнышко нам подыгрывает, вообще песенка. Это вот, вообще песня, вот это да. Все, пофоткали чуть-чуть, и теперь вот сидушечка такая. А он этот, прыжки в снег, как это называется, биатлон. Просто так. О, зашибись. Опа! Вообще, вот это площадочка такая. Ковер. Вонючку нашел тут. Здесь был Халк. Жук-навозник куда-то идет. Вообще красота. Вообще хуйня. Фу. Занюхался. Чувствуешь? Но мы же не курим. Вставай. Какого-то ровного камня хватает. Например, вот этого. Чик.
Я смотрю всяких украинских блогеров, у них там такая халабуда. Это у нас человеческое, походу. Такая качественная сделанная. Малечек. Сюда баллончик, да? И крутишь. Ветер, ничего страшного. Ну, быстрее? Ну, конечно. Чисто. Надеюсь, да. Давай. Закипи не как с молоком. Вода на меня плохо. Чувачок с собачкой. Чувачок с собачкой гулял. Что? В маленьком карманчике, не тут. Вот там. Алло? Паста болонезе, 525 сухого, пол килограмма, и кулин карри, такая же работа. А у меня больше, меня весит больше. Здесь 627 килокалорий.
тебе нужно, блин, мега кобуры. Никогда не буду, наверное. Никогда. Первый и последний раз. Это дворняж. Немецкая. Дворняжская немецкая. Либо соя. Фейковая курица. Картошку будешь? О, давай. Холодно. А тут, тут еды, ну типа много. Да.
Ну, вкусно. Ну, типа специями посыпали, там ничего военного. Ну, так может храниться годами. Ну да, без воды. Уже готово, что ли? Ну, конечно. Я альденте. Альденте. Порезаны? Да. Макароны порезаны? Смотри, вот. Я. С таким видом все смотри, вот. Давай. Горяченько, тогда оно будет смаку, просто ветер. Блин, ну вместо курицы, мне кажется, это соя. Соевый кубик. Ну, посмотри, соя. Это да. Вот это что-то ассоциируется с Норвегией. А типа просто приехать в город, там сидеть дома, ну такое. Как бы можно где-то. Что летом приезжать? Ты просто приезжаешь в озеро. А что летом? Летом поехать на озеро, там офигенное, там вот Олдбак, просто там рай. Я по-любому еще туда поеду, там просто охеренно. Горы пойти, вот опять как хуй. 2 часа подъем, 4. Красочный такой пейзаж. Я пойду отойду. Нормально. Если бы он хотел, он бы ее ел. А так, я уже вторую порцию. Намалек. Рис, конечно. Такой. Рис. Жасмин. Жасминовый рис, наверное. Картошку бери. Я думал, уже сниму, как ты шмякнешься. Или я шмякнусь. Как мотоциклист от стены. Ну. Мы заблудились. Ну, я с тобой. Люди! Пока тропинка есть, мы не заблудились. Я пердолый. Папочка. Папочка. Фильм в октябре. Ты видишь? Ага. При таком ветре. Бабочка. Сюда. Налево пойдешь, бабочкой станешь. Вправо пойдешь. О. Так, на 16-м айфоне будет ультраширокий уже 48 мегапикселей.
Угу. Очень интересно. Куда идти? Тут интернет не ловит? А вон, видишь, там где... Вот, да. Видишь эти бумажки наклеены? По ним надо идти. Нет? Да, там куда-то... Экран же там будет. А. Ох, мухомор, давай. Вон, лишайник или мухомор. Можно схавать и кайфовать, понял? Я шучу. Пойду попробую. Подустал. Из лесу вышли. Был сильный ветер. Короче, поднялись сюда. Какой-то ресторан. Душники тиндеровцы встречаются, да? Это у тебя там одно мысль. Ну да. И вон еще площадочка. И там можно жарить. Так что тут вообще можно приехать. Кстати, и... Ну, мясо поесть, что хочешь. Картошку фри, какао можешь попить. Это наш автобус. Кофе-бар. Как в Индии. Легких путей не ищут. Легких путей не ищешь. Еп.
Ну да, просто я чуть-чуть соскользнул, и ошметки полетели мне в ботинок. Неужели мы дошли до тропы, которую мы знаем? Все, а тут нормально, можно было бы на лыжах, да? Ну да. Ты уже заканчиваешь? Я на второй. Это здесь только для электрических, здесь нельзя. Бензиновым нельзя. И она не дорогая, она в самом центре. Она дешевле, чем обычная там на улице. Но здесь нужно заряжаться. О, вот эти штуки вылазят, залазят, да? Вот это королевский замок? Да. Самое непримечательное здание во всей округе. Королевский двор. И там король Норвегии. Ну, а принц у них есть? Есть. И принцесса? Ну, у них принц. Ну, король уже тоже чуть-чуть сдает позиции. Ну, он уже старенький. Но еще живой. Что он сказал? Пришел бы видеть, я аркерики усилил. Что это такое? Идем дальше, я уже не хочу сидеть. Тут хочешь подойти? Да, да, можно. Какой-то душный. Иди оттуда. Да, осталось. 24 минуты пешком мне. Просто если там необходимо. Что он стоит там? Караул, что, как и везде, как в Англии там стоят. А на них люди смотрят, и он не может с ними разговаривать? Не, ну может он разговаривает. Вон там еще один, там еще один. Четыре. А он стоит. И сколько он стоять может? Не все играл, ты не знал, он уникал. Меняется они. И он стоит. Это за сколько? По 5 часов они стоят? Не знаю. Спроси у чата GPT. Все, идем. В чате я ходила? Угу. На ДК посмотреть. ДК Ленина. В станции связки ты подъезжаешь, у тебя батареи твои разряды снимают, ставят заряженную. Да, надо. 2 минуты. Нео какая. Нет.
Вот это, кстати, с Турции, это парламент. Немец? Чей? Парламент, вот это парламент. А. Там вроде бы в центре туда можно зайти и посмотреть. Я не вижу, что туда. У нас нету времени. Вау, то рыбки настоящие. Обратно просто подножье. Там где-то наша баня, да? Да, да.
А так тут прикольно, тут можно мясо жарить, да? Мангальчики всякие. Ни капельки. Вообще не помню. Он не соленый. Мужик, вообще нет эмоций. Эмоций вообще нет. Ноль. Каждый день просто так делаешь. Подъезда, да? Закинул лодочку. Идем.